Ну что, ребят, бригада УХ работает до двух, приехала у нас. Во главе у нас вон. Во главе у нас Диман. Поиск сокровищ. Здорово. Здорово. И его вот команда, бригада копает шурф. В принципе, шурф зачетный был, более 100 монет здесь. И они вон на камушке продолжают монетки собирать. Серебрушка здесь выскочила. Ну, в основном здесь все советина. Че там? Ну-ка рассказывай. А, крестик, вот, смотрите, в прямом эфире. В прямом эфире средний мужской нательный, 19 век. Вот. Одна команда уехала, но все равно у нас еще как бы машин тут предостаточно. Здесь даже вон лагерь разбили. Вот Павел. Вот. Так что вот такой вот фундамент. Кучкуются они здесь, собирают. Но меня интересует вон тот один комрад, который только что подъехал. Это у нас Дмитрий Юданов. Мой модератор у меня на стримах, и я ему вот несу подарок. Вот такой вот подарочек. Сейчас вам покажу, что за подарок. Рустик тоже сегодня подъехал, он один сегодня, Серега с нами не будет. Это у нас Диман, здорово. Привет всем. Дим, я тебе вез подарок, вот, вез, и, к сожалению, довез с утратами. Ничего страшного. Дим, вот тебе подарочек. Это, между прочим, он выиграл у нас на стриме, вот такие вот наконечники. Если наклеечка нужна, наклеишь, потому что у него вон на лобовом заднем, видите, тоже лопата с прибором. Надеюсь, он ее наклеит. Вот, ребят, смотрите, с утратами отклеился наконечник, именно срезень. Вот. И вот такие вот наконечники. В интернете можете погуглить. Они, в принципе, дорогие. Мы смотрели. Вот еще один. Вот. И, блин, видите, блин. Я думаю, у Димы руки есть. Наконечники очень древние, ребят. Это скифы. Сарматы, да. Булгары, наверное. Булгары. В общем, наконечники, особенно вот эти, мы с вами как-то на стриме смотрели. И вот такие большие наконечники, они очень дорогие, ребят, очень дорогие. Вон отвалился засранец, блин. Ну, просто дорога здесь такая, ребят, пришлось потрясти. И вот, к сожалению, они были не предназначены для перевозки. Вот, в принципе, вот так вот я долго ждал, когда Дмитрий со мной встретится, и я им передам вот такие вот панно. Участвуем, и, возможно, у вас когда-нибудь тоже появятся вот такие шикарные, просто музейные экспонаты, ребят. У Димана теперь будет, наверное, музей, да, Дим? Да, у меня теперь будет большой музей. Будут гости приходить и удивляться. А Диман говорит, это, ребята, 8-9 век. А они будут не верить. Да, почему? Будут. Но они не понимают ничего. Красиво оформленные, ребята. Это один из комрадов делал такие поножки. Вот, так что в ближайшее время у нас тоже будет появляться шикарные предметы. Кстати, Дим, ты тоже там что-то мне какой-то подарок хотел? Да, привез. Вот он, ребят, смотрите, какой подарок. Сейчас вы увидите и просто охренеете. Та-дам! Смотрите, какая, ребята, вещь. Это... Дим, расскажи, что это? Это топор, то же самое сарматы, либо булгары, найденные у нас здесь в Самарской области лет 7 назад. Мне тогда было еще как бы до рук. Угу. Кое-что сделал, но тут чуть-чуть его, конечно, надо где-то... Ну, я, наверное, запатинирую. Да. Чуть-чуть подделать, потому что он 7 лет пролежал у меня. Вот, решил. Угу. Ребят, если вам любопытно, Дмитрий этот топорик предоставляет лот, кот в мешке. Так что в ближайшее время в одном из котов, наверное, в большой, потому что вещь очень шикарная и экспонат вообще зачетный. В большом мешке когда-нибудь он у нас появится. Так что, ребят, имейте в виду, донатим, выигрываем, побеждаем, и экспонат у вас будет на стене. Очень вещь древняя. 8-9 век. Класс. Что ты там еще протащил?
А, да, вот еще, ребята, вкусняшка. Смотрите, монета рубль. 1844 год. Эта монета в ближайшее время тоже будет разыграна в одном из котов в мешке. Будет изюминка. Так что имейте в виду, приятная монета, приятная. Еще раз покажу, смотрите. Нечищенные, как есть. Да. Класс. Ладно. Ну и давайте. Та-дам! Кто? Ну кто там? Охренеть! Андрей Кузнецов. Ребят, ну я тут ничего, ребят, я тут ни подстава, ничего я не делаю. Андрей Кузнецов у нас забирает рубль. Блин, я очень сильно хотел такой вот рубль к себе в коллекцию. Монетка просто хорошая, шикарная, очень замечательная. Это монета не с Алиэкспресс, ребята. Это монета настоящая, копанная. Вот, так что я думаю, каждый будет рад такой монетке. Итак, ребят, мы идем сейчас к пацанам, которые шурфятся. То есть там Рустик, Михалыч, Аден. И вы знаете, сейчас я угарну. Сейчас над пацанами поприкалывался. Якобы на их шурфе я рубль поднял. И они как бы такие... Реакция была, конечно, интересная. Я сейчас это сделаю на другом фундаменте и запечатлю ихнюю реакцию. Посмотрим, как чего. Ну, я думаю, будет очень весело, когда скажу, что это я его подложил. Так что, ладно, смотрим. Будет интересный сюжетик. Да. Смотрим, ребят, смотрим. Вот он наш прошлый шурф. Здесь мы медаль подняли. Вот этот вот человек пришел опять. Опять пришел. И опять собирается царей. И не только. Не только? Ну-ка. Сейчас тебе покажу. Так, копеечка царская. Ух ты. Это, наверное, трешечка царская. Ну, а эту я на твоем бы месте не показывал. Покажи. Нет. Давай. Тебя забанят. Нет. Тебя забанят. А, я замажешь? Ладно. Интересно. Ну, ладно. Трофей. Трофей? Ага. Ничего себе. Ух ты. Ребята, это третий рейх. Пять рейх финингов. Офигеть. Десять. А пять. Прикольно. Пять. Прикольно. Классно. Нечасто у нас попадает. Это мазать надо будет. Ну, как-нибудь замажу. Прикольно. Три монетки? Да. Вот на таком вот маленьком пицце. Ну, одно, и помню. Вот две сейчас. Ну, молодец, да, красавчик, что я хочу сказать. А я сейчас, наверное, попробую здесь вот тоже, рядом с Рустиком. Ну, мне нравится просто, когда весело, когда компания высокая. Это правильно. Пацаны, воды нет у него? Не, не взяли. Так что давайте. Присоединять, вон там вот копали. Можно, да? Давно разрешать? Пора. Разрешайте. Пора уже. Это пиво, что? Это не знаю. С прошлого раза. А это с прошлого раза, ёшкин кот. Класс. Ладно, идем. Ребят, Рустик дает на съемку 2 копейки. 1880 какой-то. Но, к сожалению, с утратами. Не очень интересно. Но все же царь. Позже определимся, что это. Ладно, пойдет. Ребят, смотрите, что. Медаль шурфи. Да ладно. Монета рубль. Монета рубль. Да. Да. Так, берешь манатки свои, разворачиваешься и идешь туда, откуда пришел, понял? Слышал? Ты прикинь, сейчас Дэн придет, охереет вообще. Ебать,
сохран вообще бомба, ебать. Ну только ты, блядь, что ты творил? А, не ссы, все это сделаю, исправлю. Этот рубль пойдет в мешок. КБ. Ёбаная бомба. Да, мешок будет шикарный. Ты знаешь, сколько он стоит? Нормально. Ну что, поздравляю. Я рассказал, у меня будет сегодня крупное серебро. Поздравляю. Кенг, вотчина, вотчина надо искать. Чуешь? Вот это надо искать. Ребят, за это пальчик. Да? Пальчик нужно? Вот Рустика пальчик. И Михалыч. Включай камеру, я сейчас все скажу тебе. Отсюда уедет только один. Один рубль уедет, да? Поздравляю, складной может быть. Да какой нахрен складной? Да, вон, я вон с твоим железякой ковырялся, бля. Что-то выпал, когда? А мы посмотрим в конце видео, сколько стоимости. Хотя вы уже, наверное, знаете. Класс. Вот так вот, ребят, находят подброшенные монеты, ёпта. Угу. Да, ребят, угу. Вы уже знаете все. Я вам хотел просто показать реакцию пацанов, как они будут реагировать. Ну, знаешь, спокойно они отреагировали. Сейчас выключишь камеру, я тебе скажу. Вот так вот, ребята, находят топовые блогеры вот такие шикарные находки. И потом они говорят: вау, я нашел рубль настоящий, а это подброшенный, ребята. У меня все честно на канале. Так что, ребята, вы все знаете, все предисловие. Так проведи. Что, ладно. Проведи. Отреагировали ребята адекватно, ребята. Да, чистяк вообще. Да. Просто ладно. Даже ПВД не серьезно. Ребята, я вот дождался Дэна, который шурфит вместе с нами. Он говорит, что не охереет то, что я нашел. Смотри, что. Нифига себе. Ну, это не охерел? Не охерел? Это мне? Ага, сейчас тебе. Подарок? Ага, сейчас. Прикинь, это рубль, 1844. Так подарок это? Нет, это не подарок. Бля, какой он жадный. Жадный. Уедет только один. А как будем делить? Никак. Мы его будем разыгрывать в кота-мешке. Ножовка обоим. Заходи ко мне на стрим и будешь выигрывать. Уже. Нет? Чего? Не удивился? Ну, это ж хорошо. Да. Если бы нашел бы, короче, такую вязанку бы. Правда, лопаты, блядь. Это ты где выкопал? Вот отсюда. Ты как так сделал, а? Ты ж вот тут же дошел, шурстил. Где, блядь? Не дошел. Ну он оттуда он несколько цариков Николашку дернул, а это вот. Я в шоке. Звезда в шоке, да? Моя в шоке. Моя в шоке. Ладно, короче. Да ладно, мы тебя решили просто приколоть. Это Диман. Диман Еданов привез. На розыгрыш.